«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Пушкинские строки оказались пророческими спустя 221 год со дня рождения поэта. Его помнят, любят, им вдохновляются. Дата завтра, но уже сегодня централизованная библиотечная система Архангельска подготовила программу онлайн-мероприятий. Пройдут они в социальной сети ВКонтакте, на официальной страничке библиотеки Архангельска. Северян ждут видеопрезентации, лекции, чтение пушкинских произведений. Накануне праздника библиотека запустила поэтический флешмоб «Пушкиндети.ру», и юные читатели подготовили видеозаписи с детскими стихами Александра Сергеевича Пушкина. Но у нас есть и серьезные мероприятия. Профессор Северного Арктического федерального университета выступит с лекцией, посвященной тому, как творчество Александра Сергеевича Пушкина отразилось в произведениях нашей известной поэтессы Ольги Александровны Фокиной. Трансляция мероприятий начнется завтра с 9 утра.